Новая композиция Семена Слепакова, бывшего российского продюсера и известного иноагента, вызвала бурю негодования среди патриотически настроенных россиян. Песня получила название «Нерусский» и является пародией на популярную композицию «Я русский» артиста Шамана. Опальный в России юморист и куплетист Семен Слепаков, на днях исполнивший свою версию песни «Нерусский» в шоу знаменитого иноагента Михаила Шатца, публично пропел следующие антироссийские фразы: «Нерусский, не важна кровь отца, нерусский, без кусочка конца, нерусский, мне не повезло, нерусский, я всемирное зло». Данное творчество возмутило ветеранов России, утверждающих, что такие стихи являются оскорбительными и унижают достоинство россиян. По их мнению, данная ситуация требует внимания со стороны компетентных органов. В связи с этим, общественники обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Сейчас на Слепакова нацелены обвинения в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства. Скандальному комику грозит уголовное дело, и артист может получить максимальное наказание по данной статье — 5 лет колонии.